какой чесночок у нас растет на балконе. Немножко он закручивается, потому что раньше времени мы его щипали, когда он был совсем еще малюсенький. Не успевает расти. Детям очень нравится свежий чесночок. Нравится и кушать, и садить. Удовольствие. Запах очень приятный, чесночный. Огородики. Или это не твой огород, ваш огород? Да. На здоровье. Спасибо. Всем привет, друзья. С вами я, Лёва, и Алена. И наш сегодня... луковичек. И мы сегодня покажем. Мы будем, как садить лук или чеснок. Да. Да. То мы все эти года садили луковые деревья, а теперь вот мы решили выращивать чесночные перышки. Да, и мы сейчас будем уже чистить его. Да, с трудом мы находили последний год, когда садили, это было прошлой зимой, маленькие луковки, чтобы они помещались куда нам нужно. И мы решили садить чеснок уже. И это тоже очень вкусно и не менее полезно. Да. Для этого мы головки чесночные разберем на зубочки. Угу. Затем эти зубочки замочим на одной. Главное, прям так полностью очистить зубки нельзя. Да, на них вот. Даже вот так вот должно быть. Да. Ну, покажите в ладошках, как вот. Это должно быть. Вот так. Оно, Левушка, возьми в ладошку, не фокусируется. Но я думаю, зрители поняли. В ладошку положи. О, вот в ладошке отлично видно. Я еще даже не почистила. Сутки полежат в водичке, а потом просто воткнем в землю. И останется нам только поливать и кушать. А сутки это день? Да. Завтра уже будем пересаживать в землю. Удачи вам, старательные семечки. Потом с этим все вкупим. Обязательно. Сутки у нас были замочены зубки, и уже на некоторых даже появились проросточки. Ну, корешки-то на всех, а на некоторых даже уже перышки появились. Вот, Алёнушка уже садит в грядку. О, это те, которые мы не до конца. Ничего, можно сейчас разъединить. Они размокли, легко разъединяются. Грядка у нас теперь выполнена из бутылки пластиковой. Мам, да. Пластик же засоряет природу. Да, наш пластик не будет засорять природу, нам пользу принесет. Он нам чесночок вырастет. Аленушка, ну вот этот чесночок-то ты посадила корешками вверх, ой, а надо вниз. Да, иначе он тебе не даст перышки вкусные. Вот, а еще сегодня мы пересадим наши огурчики. Они у нас уже зацвели. Более просторное место. Мам. А еще мы нашли что? Вчера нарезали. Упса. Нет, мы вчера нашли проростки арбуза. Мам, надо было здесь тоже отрезать. Надо было. Нет, туда далеко не сади. Они там не смогут вырасти, милая. Не надо там далеко. Кто-то на берегу кушал арбузик, плевал семечки, и выросли арбузики. Мы их выкопали и сегодня посадим дома. Интересно, вырастут ли у нас арбузы? Базилик вот у нас растет, перцы у нас росли, еще посадили. Помидоры урожай собирали. А вот арбузов у нас еще не было. Я уже пока... Вы болтали, почти уже все.
Да, пока я вот разговаривала, Аленушка уже все посадила. Почти. Трудяжечка. Сейчас вот все досадишь, да польем. И отнесем на балкончик. А я уйду играть. Да. Ты знаешь о том, что это будет уже четвертая грядка чеснока? Я вообще думала, что вот эти не влетают. Еще сади в свободные места. Больше нету. Не влезает, думаешь? Да. Мне показалось, что еще вот так нужно между посадить, еще место есть. Да, посади. Что маленькое. Будем экономить место. У нас, видишь, огород маленький, размером с балкон. Вот вчера посаженный чесночок. Вот это вчера пересадили огурчики в емкость побольше. А вот это арбузики, которые мы на речке нашли. Ждем урожая.